Всем привет. Приехал дрон SG908 Max. Ну, это вообще как бы, наверное, клон SG906 Max. Они очень похожи, и визуально, в принципе, похожи, и по техническим характеристикам одинаковые. В комплекте тоже, в принципе, все то же самое. Датчик столкновения, который ставится сверху, на 360 градусов работает. Запасные лопасти с проводом для зарядки, инструкции. Пульт тоже точно такой же, как у SG906. Ну, заявлено нам до 3000 метров дистанция полета, 28 минут время полета. Ну, и в принципе, что? Аккумулятор, кстати, емкости точно такой же, двухбаночный 3400, но сам корпус больше размера, он и шире, как-то и толще, не знаю, длиннее. То есть видно, что там аккумулятор, там есть свободное место внутри. Ну, это неплохо, можно сюда, кстати, поставить что-то другое, какой-то аккумулятор побольше емкости сюда войдет. Ну, трехосевой подвес, вроде как с электронной стабилизацией изображения. Здесь у нас запись, карта памяти вставляется для записи. Есть оптическая стабилизация. Ну, здесь огоньки всякие там светятся. Ну, сейчас зарядим аккумулятор и пойдем проверим. Приложение, да, у нее тоже уже новое, такое же, как у SG906. Пойдем проверим, ну и сделаем тесты на дальность, там соответствует, не соответствует. Посмотрим, как камера снимает. Все, идем на улицу. Ну, как видите, откалибровался без проблем. Зависание на месте нормальное, никуда его не тащит. Минус 17 на улице. Сейчас давайте посмотрим, как работают датчики. Вот этот датчик столкновения. Да, машину он видит, все останавливается. Сейчас попробуем с разных сторон, как он это все будет делать. Видеть сбоку, сзади, со всех сторон. Все он видит, да, четко. Но опять же, это большие вот эти все объекты, а там ветки, провода может и не увидеть. Значит, дальше вот здесь вот интересно получилось. Хотел отлететь, ну, уже полетать. Не дает видеть снег, видимо, и не дает лететь ни в какую сторону вообще. Вот назад только полетел, а так не хочет. Поэтому сейчас нужно будет, сейчас датчик я сниму и полетим без него. Посмотрим тоже скорость, как два режима скорости есть, low и high. Посмотрим, как, сколько он летит на low, сколько на high. Потом немного вдаль возьмем, посмотрим, что там, как со связью. И, ну, в принципе, все. И включу в конце там запись с карты памяти и фото. Но опять же, идет такой снежок, небольшой такой этот самый туман, видимость не очень. Ну, плюс еще на морозе эти камеры не очень хорошо работают. Ну, вот смотрим, значит, в режиме low 2,7 метра в секунду. Сейчас развернусь, попробуем в другую сторону. Не знаю, тут как по ветру, против ветра. Подвеска, кстати, более-менее отрабатывает. Мне даже кажется, лучше, чем на SG906. Меньше вот этой вот дерготни. Ну, правда, ветра сейчас нет совсем. Погода более-менее такая, но все равно, мне кажется, лучше отрабатывают. Вот переключаем на хай скорость, смотрим. Значит, в эту сторону 10 метров в секунду. Там чуть больше 10,5 даже было. Разворачиваемся. 10, 11, ну, плюс-минус то же самое, 10 метров в секунду. Да, подвес однозначно лучше отрабатывает. Ну, не знаю, из-за ветра это или нет, но сейчас он работает здесь лучше. Сейчас немного отлетим, метров там на, не знаю, там 500-600. И посмотрим, как возврат домой работает. Сейчас нужно ускорить немного.
Долетим до вот этих вот ангаров. Думаю, и там уже назад пойдем. Да, 9-10 метров в секунду скорость, неплохо. Подвес более-менее отрабатывает. Тут что-то начало немного подтормаживать. Но дальше не полетел, потому что здесь бывают какие-то глушилки с GPS. Поэтому что-то не хотелось экспериментировать. Значит, в режиме возврата домой он летит 9. Ну, тоже, ну да, 9 метров в секунду. 9-9,5. Подвес, ну, более-менее. Подзаваливает чуть-чуть совсем. Ну, так более-менее нормально. Ну все, дальше смотрите фото и с карты памяти видео. Да, еще, ну, из дома еще сниму, чтобы уже без снега посветление еще немножко станет. И будет более объективно можно оценить качество фото, видео в светлое время суток. Так что, ну, на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока.